Во время снегопадов дворники и механизированная техника должны работать без выходных, уверен первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. На рабочем совещании в Гордуме он рассказывает депутатам о том, как в снежные дни убирали дороги, тротуары, внутриквартальные проезды. Бесхозных территорий в Самаре быть не должно. Это сегодня даже сфера де юре не отрегулирована, но отвечать должна управляющая компания, где частный сектор. Никто не платит деньги, но надо чистить, там живут люди. Вот эту ситуацию сегодня, именно позиция главы города в этом вопросе. Разделение ответственности за уборку территорий – острый вопрос. Управляющие компании не хотят браться за те участки, которые официально к ним не относятся. Да и по закону вывоз снега из дворов не является обязательным. Но огромные сугробы выше человеческого роста мешают жителям и затрудняют движение. И когда у нас коляска с детской, женщина не может перейти вал, который сделали, это что, нормально? И ей все равно, ваши это полномочия или не ваши. Депутаты уверены, управляющие компании должны работать в тесном контакте с жителями. Мы с вами видим о том, что жители более внимательно сегодня относятся ко всем проблемам, которые у них возникают в доме, во дворе, в районе. И они тоже хотят принимать участие в этом. А если они хотят принимать участие в этом, конечно же, они идут к районным депутатам. Эта тема остается на контроле. Мы будем постоянно работать. Контроль за коммунальными организациями будет жестким, и работать спустя рукава им не позволят. О нарушениях со стороны управляющих организаций жители могут сообщать напрямую районным депутатам, а те, в свою очередь, озвучивать и решать эти проблемы на заседаниях городской думы. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.